Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и сегодня вместе с Жекой мы будем продолжать нашу снайперскую дуэль в Майнкрафте. Да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за вашу активность под нашими предыдущими сериями снайперов, хоть их очень давно уже не было. Только благодаря вам мы продолжаем записывать эту рубрику. Да, ребята, поэтому ставьте огромные пальцы вверх прямо сейчас на вот эту серию снайперов, если хотите продолжения. Чем больше лайков с вами наберем, тем больше серий будет выходить. Да, все, пойдем прятаться. Ты готов? Ты готов? Я готов, просто тебя уничтожить. За прошлый раз мстить не будешь, да? Мстить. Хорошо, ну давай, давай. Ну что, Эдисон, ну что? Ну что, что? Ну в этой рубрике я соглашусь, я тебя все время проигрываю, еще так сложно тебя уделать, на самом деле. В прошлый раз какой счет был? 5-3 или 5-4, поэтому это такое, Жека, это такое. Ну, все равно. Ты какой-то, знаешь, ты как-то меня не напряжно убиваешь. Мне, чтобы выиграть, помнишь, я тогда час потел, чтобы выиграть. Час, да, ну да, ну. Это такое, это такое. Мне показалось, что я тебя заметил на край, но это оказывается не ты. Это просто какой-то заборщик торчит. В смысле, я-то где? Ну, ты-то где? Да вот как бы. Да где? В смысле? Не понял. Стоп, сейчас я не врубился, так нельзя играть. Эдисон, ты где? В смысле нельзя? Я тебя не видел, Жека, вообще не видел. А зачем ты стрелял? Потому что я говорю, я в кран стрелял, чтобы проверить, это ты или это заборчик. А, ну да, да, конечно, конечно. В кран он стрелял. В кран я стрелял, Жека. Да-да-да. Да. Как Эдисон? Не в жопу! Как я тебя не убил? Подожди, в смысле? Я ненавижу эту снайперку, Жека. А, да, прикольно. Говнюк, иди сюда! Иди сюда, падла! А ну давай драться, говно! Давай! Да в смысле? Жек, ты понимаешь, у меня изначально этой игры было половина здоровья. Потому что я умер. Не умер, а упал. Ну потом просто. Надо было сразу говорить, Да, хорошо. Изи, 1-0. Да. Так нечестно, Жека, конечно, как ты поступил. Очень нечестно. Да. Жека, слушай, Эдисон, у меня такое предложение, давай просто выкинем нахуй снайперки и вылезем раз на ножа. Да, прикольно. Я тоже в тебя стрелял. Я два раза тебе в голову выстрелил, как я не попал? Вот объясни, это снайперка? Я не знаю, в принципе, конечно, понимаете, по отдаче, не отдаче, ну какая-то фигня. Отдача, ну как бы. Есть траектория патрона, пули, да, когда на большом расстоянии она падает? Ну тут я с 2 метров стрелял, как? Чё за хрень? Я понимаю. Ну, согласись, во фланзе, которая другая снайперка, она прям какая-то совсем жесткая. Да. Она прям не как снайперка, как пулемет стреляет. Да. Мало того, что очень быстрая, как бы быстро стреляет и... Ещё перезаряжается тоже быстро. Да, еще и попадает как бы прям в точку. Даже можно без этого, без зума стрелять. Да, зума. Реально, то есть ноускоп. Это уже как-то слишком читерно. Я тебе так как-то разговорился, ты так типа это... Да, я в принципе то же самое делал, поэтому... Думал, я забыл, во что мы играем, да? Да. Ну кто его знает? Оле, 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 за окном, дебилы. Чемпионат мира по футболу. То есть на школьники играют за окном футбол. Да, и орут как ненормальные. Ты так не ори, пась. Ну сейчас заорут опять, оле, оле. Поэтому я типа, опять гол! Рональдо, Рональдо за окном. Да! Откуда? Где ты был? Прям в ногу, в пятку тебе попал, Жека, в пятку. Я хочу стареть. Ах, ты ж говнюк, ты просто тут стоял. Да, я просто стоял и видел тебя на протяжении всего вот этого. Говнюк. Ладно, 1-1, так уж и быть. Давай. Жека, 1-1 у нас, 1-1. Да, ну мне кажется, что я проиграю, потому что ты, Эдисон, какой-то читак. Играешь на свой Battlefield, вот научился тут играть, да? Стрелять, да? Рассчитывать траекторию полета пули. Хорошо. Майнкрафтовской пушки. Майнкрафтовской пушки, да. Так. Вместе посмеемся, когда мне в голову прилетит, и я упаду. Твой новенький комп, да. Да, мой новенький комп, да. Будет прикольно. Да ну, я не понимаю. Чё, не понимаешь, что гол типа забивает или что? Нет, я не понимаю, где Эдуард Перец сидит. Крысится. Как крыса. Я крышусь! Ага, то есть значит я крышусь. Крышится, на крыше. На крыше, понятно.
В смысле? Я не понял! Откуда ты, Эдисон? Это... Из-за невидимости, вот по-любому. Я тебя... Да нет, ну ты пэкнись. Вот, я тут. И ты жопу. Я тут бегаю. Я собрался, ребят, я собрался. Сейчас я его сейчас уничтожу. Хорошо, хорошо, давай. Так, Евгений. Я тебя уничтожу, говно. Хорошо, хорошо. Да, я лев. Я готов же. Давай еще раз, давай. Да гоу, давай. Сейчас. Я тебе все буду сообщать. Я не знаю, честно, какой сейчас счет, мне кажется, 2-0. Мне кажется, там у них уже 12-0. Да. Да. Слишком часто они как-то голы забивают. Слишком часто гол. Ну, у них просто тут поле, знаешь, 2 на 2 метра, поэтому. Ой, что-то у тебя падает, Джек. Я не знаю, что-то у меня падает. Ну так нельзя играть просто, так нельзя. Ну тупые слова просто, Джека, ты согласен, то, что тупые слова очень у нас? Ай! Я такой, я уже обосрался, выглядываю, этот Эдисон на меня бежит. То есть сейчас ты без проблем в меня попал. Ты понимаешь, я просто из-за угла выглядываю, бах, Эдисон такой, а что? И попал, капут. Причем прям сам под прицел так бежал. Фух, я же сам обосрался. Ладно, 2-2, Жека, да, вроде, или какой еще? 2-2. Слушай, Эдисон, походу, у нас опять напряженная борьба. Да, 2-2, Жека, 2-2. Это мне не очень так нравится. Зря я это сказал, мне кажется, сейчас будет 5-2. Угу. Что-то мне это прям вот немножечко так подсказывает. Я просто ступил, начал тебя бежать, как сумасшедший. И ты прям выглянул, да, тогда, когда я начал бежать. Прикольно. А ты меня видел до этого? Да. Я видел, как ты спускался в этот подвал, поэтому я типа, а, хорошо, сейчас вылезет, я его зарежу. Ага, конечно. Как зарезал, Эдисон? Прикольно. Как зарезал. То есть сейчас ты в меня попал без проблем, да? А когда я прям тебе в башку с 2 метров стреляю, то пуля летит куда-то. Прикольно, Жека, прикольно. Жека, я не понимаю. Жека, ты мне не нравишься, я тебе честно скажу. Понимаешь? Ты какой-то странный молодой человек. Это я странный, да, значит? Да! А то, что я первый выстрелил, это не что? Ты просто коса жопы. Я, Жека... Я ненавижу эту снайперку, просто... Подавился колбасу! Ненавижу эту снайперку, понимаешь? Просто ненавижу. Лох! Ой-ой-ой, да-да. Это было легко, ребят, но я даже не почувствовал. Бегает, он сидел там на этом же месте. Бегает он. Да, хорошо. Ох, 3-2 счет, 3-2, Эдисон. Ничего, ты думаешь, это прикольно? То, что ты читеришь? В смысле, читерю. Потому что ты читеришь? Ты меня обманываешь, говоришь, я бегаю по всей карте, сидит там. Он дуло через стену видел, ну как бы прикольно, да, то, что я там... Дуло реально через стену видел, ты... За стеной стою, а он меня видит, ну, хорошо, хорошо. Из окна я вижу твое дуло. Чё это было? Эйзом, я на один блок упал! Ты чё, давнич, у тебя чё, одно сердечко было, или что, не могу понять? Ой, блин. Эдисон. В смысле?! Я на один блок упал, серьезно. Этот раунд, это вообще какая-то дичь. Да почему перезапишем? Нормально давай. Да какой нормально, Эдисон, так нельзя. Да все, почему? У меня только ХП было, я просто спрыгнул. А у меня на начале тоже было половина здоровья, поэтому ты меня зарезал. У меня одно ХП. Она мне без разницы, Жека, все как бы. Эдисон, тогда я тебя убил. Тогда я тебя убил с ножа, а тут я упал сам. А тут ты просто кривожопый сам упал и все. На один блок. Да мне посрать. Надо было мне гореть перед раундом. Вы видите, да, он играет не по правилам. Ладно, хорошо, я как бы не буду спорить. Хорошо, 3-3. Хорошо, хорошо, давай, прячься, Жека, прячься. Ну, в принципе, Жека, счет 3-3, поэтому я один раз... Да, нечестно, конечно, нечестно. Я тоже один раз нечестно умер. Да, я тебя убил тогда, а не ты. Да, когда у меня было полсердечка, ты меня просто пырнул. Половина сердечек, это разные вещи. Половина сердечек изначально. А потом, когда я прыгнул, у меня полсердечка было. А у меня изначально полсердечка. Ну вот, я тоже не сказал изначально, я тоже не сказал, поэтому все мы виноваты. Не без грехов, Жека, так что... Иди ты в жопу, не без... Я просто бегу по карте, hit the ground to hard. Да, то есть... Ну ладно, ладно, пускай будет. 3-3, Жека, еще один раунд. Сейчас решается победитель. Жека, Жека. Давай. Просто мне уже пофиг, давай просто драться, выходи. Жека, я очень давно не выиграл снайпера. Поэтому, пожалуйста, дай мне выиграть, я тебя очень прошу. Вы давно не выигрывал. А кто в последний раз выиграл? В смысле? Кто последний раз выиграл снайпера? Какого? Ну, когда последний раз мы записывали снайпера, кто победил? Каких снайперов? Я не знаю, как ты меня еще не убил, честно говоря, ну ладно.
Вот-вот-вот, да, я о чем я говорю. Я просто бегаю по всей карте, ла-ла-ла-ла-ла. Дебил! Я тупой дебил. Я знаю, Жека, я знаю, я в курсе как бы. Попади. Нет, ты очень прикольно придумал, очень прям. Попади. Ты прям очень прикольно придумал, Жека. Попади, давай. Харе бегать! Ой, боюсь, давай. Справишься. Получилось, по мне попасть. Давай. Чуть-чуть реально? Давай. В смысле? Ты на крайне, да, как я понял? Нет. Да, на крайне. Каком крайне? Алло! Да. Ну хорошо. Я просто видел какую-то голову на кране. Голову? Я тоже видел голову, но мне кажется, это заборщик опять, а не голова. Капец. Я бегу посередине карты, ну ладно. Ла-ла-ла-ла-да-да-да-да-да! Давай, одна попади, давай. Ты справишься, Эдисон. Ты когда-нибудь, ты точно попадешь. Ой, на кране! Да, прикол, пришёл. Тактика сработала, тебя спалил. Первый раз в жизни меня спалили. Ой, Жека, поздравляю тебя, поздравляю. Он просто офигеть как круто придумал бегать туда-сюда и рассчитывать то, что я смогу как-то попасть в него. Жека, пошел сракотан. Я как бы его, видишь, я стреляюсь. Жека, я с тобой не дружу. Все. Да где? Кто? Как? Вот объясни, как? И эта тактика безупречно срабатывает. Просто прикольно, безупречно. Прикольно. Да. То есть я короче, через время буду использовать тактику. Обращайтесь. То есть у нас уже снайперы приходят в раж. Раж-бескабль, да? То есть мы можем вместо снайпера взять какие-то калаши, допустим, да? И все. И у нас уже будут не снайперы, которые там выслеживают. А будем бегать, там искать. Ну прикольно ты придумал. Ну все, это была изи победа, как бы я не почувствовал. 4-3. В прошлый раз я 5-3 его. Хейтеры подожгли двери в квартире. Жека, я тебя искренне поздравляю с победой. Первый раз в жизни. Да в смысле, как бы уже третий, наверное. Нет. Третий. Третий раз. А у меня сколько, Жека? Да иди в жопу. Вот это, ребята, ставьте лайки, если хотите видеть новую серию снайперов, потому что мы снайперов не снимали очень давно, и все зависит только от вас. Да, чем больше лайков, тем больше серий, и, ребята, огромное спасибо за все. До свидания. До свидания. Да подожди. Все. Ты даунишь? Ребят, большое спасибо за просмотр. Всем удачи и всем. Да.